Мы находимся на 30-й выставке Prodexpo 2023. С нами менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Альпина» Сергей Сысоев. Сергей, вы принесли огромный перечень товаров. Давайте расскажем нашим зрителям, что вы производите. Ну, смотрите, я представляю крупнейшее производство Республики Хакасия. Мы производим напитки в широком ассортименте. Также одним из направлений нашего бизнеса и производства является мясное производство. Это колбасный цех, некоторые виды деликатесов. На самом деле это не весь ассортимент, который здесь мы можем уместить, но об этом потом более подробно можем рассказать. Ну и плюс консервные. Тушенка, консервы, которые мы запустили не так давно. Ну, выходим на рынок, представляем свою продукцию. А какие новинки вы представляете на выставке? На сегодняшний день мы представляем линейку Alpi Cola, Alpi Fanat, Alpi Sprint. Наши сейчас потребители требуют таких вкусовых моментов, да, которые мы с легкостью можем презентовать, и гордимся тем, что мы выводим на рынок свою линейку. А вашу продукцию можно найти только в Хакасии или по всей России? Нет, конечно, да. На самом деле мы занимаемся региональной торговлей. Представлены от Москвы до Сахалина. Ну, практически все регионы России обслуживаем. Можем выходить на рынок ближнего зарубежья. Мы готовы и открыты к общению. И на данный момент делаем упор на развитие, на поиск новых клиентов. А производство увеличивается со временем? На данный момент сейчас мы находимся, наверное, на пике производства, своего, в котором мы готовы обеспечивать, потребности наших клиентов. То есть, сейчас пока нету необходимости, но если найдутся клиенты, которые загрузят, так сказать, наше производство, я думаю, что мы с этим справимся без проблем. А есть какая-то поддержка со стороны правительства Республики Хакасия? Да, конечно, мы сейчас находимся на выставке Prodexpo и участвуем именно от поддержки, от фонда, который дал нам возможность выйти на стенд. Мы до этого участвовали несколько раз, за собственные средства. На данный момент мы вышли на рынок и общаемся с клиентами, готовы к встречам. А мясная продукция появилась у вас гораздо позже. А какая линейка сейчас там есть и как вы планируете развивать? На самом деле готовы сейчас общаться с торговыми сетями, потому что, как показывает тенденция, все продажи перетекают все-таки туда. Недавно вышел, относительно недавно, где-то 4 года, это мы считаемся, наверное, еще молодыми, консервация, это мясные деликатесы, это закуски к пиву, также у нас колбасное производство, это вареные, копченые колбасы. Так, это стейки, отруба из мраморной говядины, то есть, которые мы сейчас пытаемся вывести на рынок, наш качественный продукт. Об этом, обо всем можно будет пообщаться уже детально на встречах, которые мы в будущем будем организовывать. Так. Что ж, желаем удачи в развитии вашей компании. Большое спасибо.